Я вас вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Для вас в студію працює Анна Черненко. Сьогодні до нашої студії ми запросили експертку жіночого здоров'я Ольгу Чистову, акушер-гінеколога, головного лікаря медичного центру «Союз» та кандидата медичних наук. Власне, щоб обговорити досить непересічну тему. Сьогодні ми будемо говорити про статеве життя в розрізі його найбільш пікантних тем. Вітаю вас, Ольга Олександрівна. Вітаю вас. Дійсно, дуже цікава тема, коли готувалася, коли ми її обговорювали. Я думаю, що за життя у кожного нашого глядача просто назбиралася купа тем, купа питань, які вони ставлять точно не спеціалістам, друзям, інтернету, отримують якісь відповіді і живуть потім з неправдивим уявленням про наше життя, скажімо так. І ось кілька з таких тем ми озвучимо сьогодні. Я думаю, правда, їх набагато більше, але хоча б почати, щоб зрушити цю тему. Тож, статеве життя. Коли починати? Ось таке перше наше запитання. Його ставлять собі підлітки, молодь, батьки підлітків та молоді. Так, воно дуже таке голосне. І ось чи є якась оптимальна відповідь на те, коли починати? Я не знаю, з медичних, з моральних питань, з вашого досвіду в плані того, з кількома ви пацієнтами спілкуєтеся, коли починати? Это действительно достаточно сложный такой вопрос, каждый определяет для себя сам. Но в первую очередь можно сказать, да, начинайте тогда, когда вы можете взять на себя ответственность за свои поступки. Но кто-то и в 30 лет не может отвечать за свои действия. Поэтому это достаточно сложный момент. Рекомендуется, если мы уже будем говорить о женщинах в первую очередь, период становления. Если у вас начинается менструальная функция, допустим, в 12 лет, сейчас в основном это так, дайте хотя бы несколько лет для того, чтобы у вас установились регулярные менструации, чтобы вы вошли в нормальный период полового созревания. И дальше понимаете, насколько вы можете нести ответственность за себя и свои поступки. В принципе, большинство, например, противозачаточных таблеток разрешены к приему с 18 лет. Но сейчас на конгрессах обсуждается такой момент, что если вы начинаете половую жизнь раньше, то, естественно, разрешено раньше. Но рекомендательные такие общие положения говорят о том, что где-то придерживаетесь возраста 18 лет. Поздно, бывает ли поздно? Бывает, с моральной точки зрения бывает. И культура в каждой стране разная, в каждой семье разная. Вы должны выбрать то, что приемлемо конкретно для вас, для вашей семьи, для вашего ближайшего окружения. Да, где-то девочку замуж 12 лет выдают там, в мусульманских странах, но у нас разрешены браки с 17 лет. То есть давайте понимать, нести ответственность и быть готовыми к этому шагу. Это все замечательно, все прекрасно, секс это очень хорошо, но знайте, що существують ще підводні камні. Добре. І ось питання, яке я довго думала, як його поставити, тим більше, що існує аспект жіночий, чоловічий, кілька партнерів чи один партнер. Я думаю, ось нас зараз дивляться люди дуже різні, там будуть і моралісти такі, да, крайні позиції, і дуже розкуті, знову ж таки, крайні позиції. Кожен знайде свою відповідь і буде переконувати нас у тому, що він правий. І чоловік і жінка. У суспільстві таке прямо нав'язливе поняття, да, що чоловіку можна одне, жінці інше. Як ви скажете, тож кілька партнерів, один партнер? З медичного, можливо, так само. Если подходить опять-таки с медицинской точки зрения, что каждый следующий партнер – это большие риски инфекций, передающихся половым путем. Но, опять-таки, а кто вам может гарантировать, что у вас может быть всю жизнь один партнер, но у него будет действительно армия партнерш, и вы получите с одним партнером все возможные и невозможные инфекции, передающиеся половым путем. Здесь очень сложно ответить на этот вопрос. В каком-то обществе замуж принято выйти девственницей и жить с одним мужчиной всю жизнь. И, собственно говоря, если вы, не дай Боже, овдовели, то вы так и останетесь такой. Где-то совсем другие нормы и правила. Тут каждый, наверное, выбирает для себя. Если вы выбираете партнера, если
ну, получилось так, что вы ошиблись, вам с ним сложно, вам с ним тяжело, вам с ним не хочется жить. Кто сказал, что его нельзя поменять? То есть никто не запрещает. В нашей стране разводы разрешены, повторные браки не запрещены, поэтому здесь конкретного ответа быть не может. Понятное дело, что желательно ограничить и желательно какое-то количество, не надо сотни. И надо действительно думать каждый раз, когда вы вступаете в половую связь. Добре, дякую. І ось режим статевого життя. Тут дійсно багато мітів, анекдотів, чого завгодно, навіть якихось легенд про те, що прив'яжуться хвороби, навпаки, да, відв'яжуться хвороби і таке інше. Тобто, чи буває забагато, замало, є якась середня норма? Я зрозумію, що це питання, вони, можливо, навіть викличуть у когось посмішку, кого хтось буде навпаки прислуховуватися, але дійсно хочеться почути нормальну експертну відповідь. От тут, кстати, норма є. Как это ни странно, существует условный физиологический половой ритм для каждого возраста, для каждой возрастной группы. Он свой, и действительно существуют какие-то моменты. Первое, почему бывает ли много, вот то, с чего начали? Да, бывает много. Что такое много? Если вы молодая пара, которая вдруг решила завести ребенка и имеет половой акт несколько раз в сутки, не успевает сперматогенез подтягиваться, сперматозоиды не успевают дозревать, вырабатываться, и поэтому, даже если все в порядке, овуляция происходит, все замечательно, все хорошо, но здесь просто не дозревает сперматозоид. Таким парам рекомендовано чуть-чуть сократить, ну, перейти хотя бы на через день ритм или через два на третий, хотя бы на период получение этой беременности. Это момент такой, он, к сожалению, достаточно редкий. Условный физиологический ритм для пары среднего возраста 3 раза в неделю. Для, ну, средний возраст имеется в виду, тут в данном случае молодой, все-таки с 30 до 45. Условный физиологический ритм для более молодого возраста, пожалуйста, чем чаще, тем больше, сколько можете. Условный физиологический ритм для тех, кому 45 и выше, ну хотя бы 2 раза в неделю. Это регулярная половая жизнь действительно важна, и она действительно дает возможность сохранить здоровье. Дякую. Ось дійсно тут відповідь, да, хоч перезанотовую щорадно нашим глядачам, щоб не виникало якихось непорозумінь. Власне, у своїй голові і сприйняття було нормальне, все це нормально. Ще одна цікава тема. У нас всі вони сьогодні такі. У пострадянському суспільстві ми пам'ятаємо, що тема сексу, вона була табуйованою. Так, або його немає, або це дуже така закрита річ. І якщо ми зараз говоримо про наше доросле покоління, то згадувати статеве життя взагалі якось незручно, неприйнято і навіть непристойно. Да? Здається, що там взагалі немає статевих стосунків. І так само, якщо люди старші говорять про молодь, так само якось неприйнято. Так? Тож, я думаю, реальність і ось ці вимисли, вони розбігаються дуже. Скажіть, чи буває раннє і дуже пізне статеве життя? Ось в такому контексті. Оно, естественно, буває. І Харків в этом отношении вообще город очень продвинутый. У нас существует единственный в Украине музей сексуальной жизни, и он был создан, между прочим, это музей созданный именно при кафедре медицинской психологии и сексологии замечательным профессором. И вот этот вот музей я рекомендую всем сходить и просто увидеть разные взгляды, реальные взгляды, научно обоснованные на секс в разных культурах. Что же касается возраста. Слишком рано? Да, действительно, момент такой. Это в первую очередь ответственность, как мы об этом говорили. Слишком поздно? Не бывает никогда. Половая жизнь и тот же половой акт – это профилактика инсультов, инфарктов. Это, ну, хотя бы какая-то физическая активность, которая тоже нужна в таком возрасте. И да, действительно, для нашей страны не характерно это обсуждать, и в СССР секса нет, это мы все помним еще там со времен телемостов, но, тем не менее, в мире это существует. И абсолютно нормально у пар 70-80-летних и даже старше иметь достаточно регулярную половую жизнь. Зрозуміло. Знову ж таки, ще одна тема, сподіваюся, відкрита і трошки, да,
роз'яснена. Я окремо хочу спитати саме про людей похилого віку, про статеве життя. Стимуляція, пігулки для чоловіків, для жінок, наскільки це небезпечно і що треба, можливо, спочатку завітати до лікаря, щоб порадитися і дійсно, що приймати, щоб просто не надивитися реклами, піти в аптеку і, ну не знаю, не закінчилося, це дуже-дуже сумно. Обязательно обратиться к врачу, в первую очередь, как ни странно будет звучать, к кардиологу. Потому что изначально препарат, который мы все знаем под брендовым названием, ну не реклама, все знают, Виагра, это имя нарицательное, да, силденафил, он был изобретен как препарат, снижающий артериальное давление. До сих пор им пользуются в кардиологии. Он прекрасно действует и прекрасно работает. То, что используем мы именно в половой жизни, это его, ну считайте, побочный эффект. Поэтому дозировку желательно, чтобы здесь рассчитал ваш кардиолог совместно с терапией, которую вы уже имеете. Вы, возможно, принимаете какие-то другие препараты для снижения давления. Вы имеете какую-то регулярную половую жизнь. И ваш кардиолог вам распишет, в какие дни, когда вы собираетесь принять таблетку X, вам тогда ограничить прием таблеток каких-то ваших регулярных кардиологических. Вот этот момент, он прекрасно корректируется, добиваются отличных результатов, причем это действительно работает сразу же по двум фронтам. Отличнейшая вещь. Дякую. І ось ми колись окремо цілу програму присвячували захисту, так, при статевому житті. Зараз хочу знову ж таки кілька положень уточнити, що в якому віці ви порадили, щоб дійсно не користуватися тим, що вже ну там відійшло, застаріле, так, що ми там з молодості якісь люди більш похилі використовували, а це вже не те, що не модно, так, воно не здорове. По поводу, да, модно, здорове, нездорове, ушло, кануло в лету. Діло в тому, що действительно, ну начнем с противозачаточных таблеток. Они принимаются во всем мире. Побочные эффекты, да, действительно существуют. Какие именно, в первую очередь, это влияние на свертываемость крови. Но здесь и основной момент кроется. Если вам когда-то, 30 лет назад, назначили какой-то препарат с высокой дозой эстрогена, и вы продолжаете его пить, то есть большая вероятность того, что в 50, если вы принимаете те же самые таблетки, да, вам хорошо, вам замечательно, вы можете получить какой-либо тромбоз. Это ситуация, которая произошла несколько лет назад во Франции. Женщинами, которым 18 лет был назначен определенный препарат, и вот они приблизительно с 18 лет с перерывами на беременность и роды его принимали. И потом были уже какие-то иски, какие-то судебные процессы, разговоры и так далее. Но здесь не было вины фармкомпании, здесь не было вины доктора, здесь была вина только женщине, у которой был этот рецепт на протяжении 40 лет, и она на протяжении 40 лет у аптекаря получала эти таблетки. Поэтому существуют низкодозированные препараты, существуют другие системы, которые не рекомендованы женщинам курящим, женщинам старше 35. То есть есть определенные моменты. Здесь, пожалуйста, обратитесь к гинекологу, расскажите свой семейный анамнез. Здесь это будет очень важно, были ли тромбозы, варикозы, инфаркты, инсульты в семье ранние и так далее. Для того, чтобы совместно с доктором принять решение о контрацепции. На самом деле в таблетках нет ничего плохого, но важно какие. Внутриматочные системы, существуют современные системы, которые разрешены практически всем, но тоже есть определенные оговорки. Следующий момент. Это мы говорим о защите от нежелательной беременности, о защите от инфекций, передающихся половым путем. От большинства инфекций, но не от всех нас может защитить презерватив. Но, тем не менее, существует несколько моментов, от которых он защитить не может. Это герпес генитальный и это вирус папилломы человека. Вот эти два на сегодняшний день заболевания или состояния, они никаким образом не могут быть профилактированы при половом контакте. И только один единственный случай есть для вируса папилломы человека – это прививание. То есть существуют прививки и для женщин, и для мужчин. Это профилактика рака шейки матки, это профилактика рака наружных половых органов у мужчины. Это профилактика, кстати, у мужчин очень часто вирус папилломы человека дает какие-то онкологические заболевания шеи и глотки. Поэтому вот здесь это тоже определенная профилактика.
Ну и никто не отменял для молодых так называемый двойной голландский метод, то есть вы пьете таблетки, но дополнительно вы пользуетесь презервативом. Зрозуміло, дякую. Таке обширне питання. Я нагадую, що можна в інтернеті знайти нашу програму велику, там про все це прям таким комплексом великим ми намагалися розповісти. І ось коли я готуюся до наших програм, я постійно заходжу на жіночі форуми. Знову ж таки, експерт жіночого Конечно. Здоров'я, треба подивитися, що питають люди. Одне з таких турбот, яке знову ж таки, ну, навіть лікарю не чомусь не кажуть, хоча це, напевне, пряма така розмова з лікарем має бути. Біль під час статевого акту. І ось всі питають, це норма, мені просто терпіти, чи треба все ж таки звернутися і щось якось зробити? Чому так і інше? Ні, це не норма. Обов'язково обращаємося до врача. Діло в тому, що в більшості випадків за цією болью може не стояти нічого особо опасного, органического. И это можно решить, обговорив с доктором какие-то моменты. Иногда это решается просто сменой позы. Это может быть какой-то анатомический момент, это могут быть вот такие вещи. Во всех остальных случаях боль при половой жизни чаще всего является симптомом какого-либо заболевания. Но это все можно лечить, можно прийти к какому-то компромиссу, можно добиться стойкой ремиссии и можно иметь половую жизнь абсолютно безболезненную. Важно еще понимать, какая это боль, болит у вас где-то внутри, или вы себе что-то натерли снаружи, или какие-то моменты есть, но это надо обсудить с доктором. Боли при половой жизни быть не должно. От половой жизни вы должны получать удовольствие. Дякую. Еще одно питание, воно вже не тільки на жіночих форумах, тут і чоловічі форуми, і такі мамські форуми, да, як ми їх називаємо. Турбує всіх, чи зміниться статеве життя після пологів? І, власне, ось це дійсно одне дуже поширене питання, його ставлять всі. Зміниться. В яку сторону? Где-то можна подумать, что изменится в лучшую сторону. Да, чувствительность каких-то зон, то, что в народе популярно называть точкой G, на самом деле анатомически такого понятия не существует. Есть там зона Гриффенберга, но это уже другой момент, что чувствительность улучшится. Но не так скоро. Сразу же прошу заметить, если у вас в родах произошли какие-то разрывы, естественно, произошло какое-то перерастяжение стенок влагалища, было какое-то ушивание, у вас будет какое-то время, тут сложно сказать, насколько долго, сохраняться либо болезненное ощущение, либо потери чувствительности при половой жизни в некоторых местах. Мы говорим, что нервные клетки не восстанавливаются, на самом деле уже доказано, что восстанавливаются, но это занимает какое-то время, достаточно длительный срок. И вот моменты, где были какие-то ушивания стенок, разрывы, разрезы и так далее, вот в этой зоне может быть либо снижена чувствительность, либо отсутствовать, либо наоборот будет какая-то гиперчувствительность. Дайте время, в основном дайте время, но проконсультируйтесь с врачом обязательно. Следующий момент, что может быть? Может быть опущение стенок, может быть выпадение. Мы не знаем, какие были роды. Был крупный плод, были тяжелые роды, были, не дай Боже, щипцы. Естественно, здесь потребуется какая-то пластика. И в таком случае тоже рекомендую не затягивать и сделать это для того, чтобы вернуть нормальную половую жизнь, нормальну сексуальну функцію і собі, і своєму партнеру. Дякую. І ось наступне питання, воно таке досить розлоге. Чому? Тому що намагалася сформулювати одразу кілька питань. Підозри, тема підозри. Я думаю, що зі мною щось не так, так? Або я вже зрозумів сам, подруга порадила, мама порадила, інтернет порадив, і я буду лікуватися. Тобто самолікування, підозри і самолікування. Чи є місце цьому, якщо ми говоримо про здоров'я, власне, гінекологію і статеве життя? Ну, звісно, зараз у нас у всіх є Google, і ми можемо по любим своїм симптомам посмотреть, і телемедицина теж має якесь розвиття, але не забувайте, що Google, телемедицина і так далі – це все замечательно. Але за всім цим должен стоять какой-то опыт і знання врача. Не зря врач учится 8 лет, а потом ще учится всю жизнь. Медицина стремительно меняется.
Медицина – вторая точная наука после богословия, понимаете? То есть говорит здесь о том, что вам поможет это, а Иванову поможет это, а Петрову это. Тут не всегда так можно. У каждого есть свои нюансы. Я бы не рекомендовала. Тут бывают моменты, приходит девушка, которая говорит, у меня то-то, то-то. Вот, я лечусь так-то, так-то, я в этом уверена, что у меня именно такое заболевание. Может оказаться что-то совсем другое. То есть туда приходит, заявляет справку, у меня молочница. А там совсем другой момент. Но она ее долго самостоятельно лечит. У нас есть реклама, у нас есть советы, те же форумы мамские и так далее. Все это есть. Но может оказаться что-то совсем другое. И может оказаться зачастую что-то простое. Но может оказаться что-то нехорошее. Поэтому самолечение, вопрос такой. Если вы врач, если вы человек с медицинским образованием, и вы посоветовали со своими коллегами, что-то показали, где-то вроде бы решили, сделали выводы, собрали комплексы, решили что-то самостоятельно, ну, пожалуйста, никто этого не запрещает. Но если вы все-таки человек далекий от медицины, я бы рекомендовала обратиться к специалисту, пусть не придерживаться его плана лечения, если вы этого не хотите, но выслушать второе, третье, даже 23-е мнение. Іноді важливо. Дякую. Ольга Олександрівна, і наостанок питання, як завжди, традиційно порада, але в темі, да, в нашій темі. Чи можуть бути якісь певні незручні, сором'язливі питання при розмові з гінекологом? Я считаю, что не может. Я не думаю, что чем-то кто-то может меня удивить, да? За годы работы я достаточно много слышала. Но лучше вы спросите, и там, я не знаю, покраснею я, и я не смогу ответить на этот вопрос. Сомневаюсь, что такое будет, но тем не менее, чем вы не спросите, и вы спросите у кого-то другого, кто, может быть, вообще ничего в этом не знает. Если чего-то не знаю, то всегда нужно честно сказать, я этого не знаю, давайте посоветуемся с тем-то, с тем-то, с тем-то, с тем-то. Но действительно, если вы готовы прийти к врачу, не бойтесь задавать вопросы. Если не может доктор ответить на эти вопросы, он вам должен честно сказать, я не знаю. Если, опять-таки, не может, не отвечает честно, ищите другого доктора. Ну, задавайте любые вопросы. Потому что только задавая вопросы, только общаясь, только разговаривая, мы можем получить, во-первых, какие-то ответы и складывать собственное мнение о своей половой жизни, о своей жизни взагалі. Дякую. Дійсно, у нас така сьогодні проблема, тема, та статеве життя, питання, яке соромляться поставити. Сподіваюсь, хоча б на частку їхню ми відповіли. З радістю приймемо на Фейсбуці, на нашій сторінці якісь ще питання, щоб або переадресувати вам, та, або вже в наступному ефірі поставити знову. Нашим глядачам я нагадую, що дійсно відвідуйте лікаря, дбайте про себе кохану, адже ми говоримо про жіноче здоров'я в першу чергу. Або якщо в наш глядач чоловік, дбайте про своїх коханих обов'язково. Дякую, Ольга Олександрівна, за програму, за ефір, за те, що знову ж таки наважилися взяти таку тему і поговорити про неї. Дякую вам. Добре, до побачення. До побачення.